США и Великобритания нанесли 7 авиаударов по объектам хуситов в Йемене. Атаке подверглись 3 военных лагеря в столице Сане, а также подземные склады оружия в Амране и Саде, передает местный телеканал Эль-Масира. На города было совершено также около 9 рейдов. С октября прошлого года йеменские повстанцы атаковали в Красном море свыше 80 судов. В результате нападений контейнерные перевозки сократились на 90%. Атаки стали реакцией на боевые действия в секторе Газа. США и Великобритания действуют в ответ этому.